Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и у нас в эфире игрушка под названием Take on Mars. Игрушка достаточно старая, но как для меня и многих любителей космоса, она до сих пор остается интересной. Собственно, мы ее несколько раз играли на стримах. Вкратце расскажу, что это игрушка выживания, полного выживания на Марсе. То есть, у нас есть, кстати говоря, в этой игре полностью космическая программа. У нас есть, то есть, два сюжета, за которые мы сможем с вами играть. Выживание за астронавта Марка, который прилетает на планету Марс для изучения, но там происходит катастрофа, и нам приходится выживать. Достаточно уровень очень тяжелый, все изучать приходится постепенно по мере прохождения игры. Ну, как бы обучение есть. А есть еще космическая программа, режим карьеры оператора, то есть различных космических аппаратов исследовательских на Марсе. Так вот, кто не смотрел стримчики, можете прямо пролететь в плейлист игры про космос, по-моему, так он называется. Игрушку я немного русифицировал. Вообще, игра полностью поддерживает только английский язык. Начнем космическую программу. Новую перезапустим. Я не знаю, будут ли титры на русском, но если что, я вам немножко поперевожу. Да, собственно, как вы видите, мы можем начать сюжет за исследовательские аппараты. Нам придется аж начинать с 1960 какого-то лохматого года, когда только первые космические аппараты запускали на Марс. Либо мы можем сыграть вот за астронавта Марка Уотни, я бы даже сказал, из фильма «Марсианин». Ну что же, давайте начнем новую историю. Не знаю, как вам зайдет данный видос, не зайдет. Дальше по просмотрам, по лайкам, по комментариям я посмотрю, стоит ли проходить дальше эту игру. Итак, в общем, как мы видим, это старт ракеты «Первые люди на Марсе». Запуск первого шаттла, собственно, со мной и с остальными астронавтами, которые должны проводить какие-то изучения в дальнейшем, возможно, терраформирование Марса. 7, 6, 5. Все двигатели работают нормально. 2, 1. И запуск. Первая космическая программа по запуску человека на Марс стартовала сегодня. Если я не ошибаюсь, это 2029-й, то ли 2030 год указан. Все системы работают нормально. Так, ну то есть наши астронавты вышли на орбиту планеты Земля, и нам сейчас нужно пристыковаться к Международной космической станции. Это такой перевалочный пункт, где мы должны получить какие-то, скорее всего, припасы, еду, переждать некоторое время, а потом уже стартовать на сам Марс. Игрушка очень своеобразная, я вам скажу. И скажу сразу, она может у вас занимать прохождение сотен часов, поверьте мне. Отлично, мы пристыковались к МКС. Все системы работают нормально. Добро пожаловать на интернациональную космическую станцию. Ну, на международную космическую станцию. Так, Марк. Первым делом, нам нужно проверить все системы нашего корабля. Так. Собственно, что мы можем? Смотрите, мы в открытом космосе, и вон там наша планета Земля. Это наш экипаж. Это наш экипаж. Роджер, Ник, Ричард и командир.
В составе 5 человек мы отправились исследовать Марс. Скажу так, что на Марсе какие-то припасы нам уже заготовлены. То есть мы туда не просто летим на пустом корабле, где нет ничего. Так, нам нужно пройти вот в эту шахту, по-моему, насколько я помню. А, нет, подождите, стойте. Так, откроем люк. Так, это у нас выход в открытый космос. Я не туда стартанул, по-моему, с самого начала, да. Вот в этот корпус мы должны пройти. И проверить систему ISS. Система наведения, что ли, как я понимаю. На Международной космической станции. Давайте проверим. Консоль. Okay, initiating main computer. Ну что же, я приступаю к проверке. Подождите секунду. Okay, illumination system online. Так, все системы онлайн, я начинаю проверку. Есть предупреждение. Какой-то атмосферный преобразователь кислорода. Что-то с ним не так, я так понимаю. Да, нам нужно проверить вентиляцию. Хорошо, Марк, мы тебя поняли. Мы следим за тобой. Ты сможешь проверить эту систему? Да, конечно, командир, будьте уверены во мне. Ну что же. Все, командир, я вас понял, я уже в пути. Так. Давайте посмотрим. Так, мы видим, что все твои жизненные показатели в норме, так что приступай к работе. Будь аккуратен. Модуль «Звезда». Нам нужно проникнуть в модуль «Звезда». Это такая вступительная, как бы, миссия, она ничем не примечательна, ничего интересного. Какие первые азы она приносит, не знаю, так. Чисто ради интереса может быть создана. Хотя бы попробовать то и испытать, что ты уже в открытом космосе. Наверное, так, я бы даже сказал. Мы летаем. Так, жизненные показатели у нас в норме. Кислорода 1:15. Ну, здесь, в принципе, это ничего не значит. Здесь можно вообще по полной расслабиться, честно скажу. Когда-то я снимал данное прохождение, и оно такое убогое. Лучше не ищите его в плейлистах. Так. Да, нам еще... сказали, по-моему, с пункта управления, что нам нужно открыть солнечные батареи. Так, солнечные батареи в норме, все работает. Отличная работа, Марк. Так, далее нам нужно все-таки проверить эти вентиляционные воздуховоды какие-то, я так понимаю. Что-то с кислородом здесь беда. Так, панель. Вот давайте приступим к поиску этой панели. И нам нужно... Ого, какие огромные вот эти вот двери, шахты. Панель управления. И, видимо, отсюда мы должны все с вами наладить. Так, все в норме. Станция, похоже, начинает приходить в норму. А ты что, Марк, думал, это будет легко? Марк, а ты думал, что Марс будет что-то, я так понял, сказал цепляться за тебя или что-то в этом роде? Ну, Марк, я так понял, астронавтка, за которого мы играем, очень... Сильный духом человек. Итак, в 2028 году с Земли был совершен запуск космического челнока на Марс.
Через год команда прибыла на орбиту Марса, и при вхождении в атмосферу, марсианской атмосферы, произошло что-то... Так, я не успел прочитать. В общем, я так понял, обшивка, что ли, у них лопнула или что-то в этом роде, и экипаж просто рухнул с огромной скоростью на поверхность Марса. Оу, найс. Черт. Мой кислород. 30 секунд осталось. Кислород. Где спасательный кислородный баллон? Да, ну что-то я вижу переведено вроде бы на русский, а какие-то показатели, а вот перевод, собственно, нет. Ну, это делали любители, любители игры. Ух, неплохо. Хорошо. Так, хорошо. Блин, у нас шлем пробит. А, мы еще и пристегнуты в кресле. Давай, Марк, отцепись. Так, мы потеряли сознание. Давай, Марк, у тебя там 3 минуты, блин. Кислород не вечный. Так, тихо. Ух, какое усиленное сердцебиение. На 2 минуты. На 2 минуты кислорода осталось. Он минуту пролежал, блин, в коме. Так, о май гад. О, господи, что за фигня? Чё произошло? Да, не хотел бы я, конечно, оказаться на месте астронавта Марка. Так, перевода основных миссий нету. Ладно, будем объяснять вам. Так, нам нужны кислородные баллоны спасательные. Как можно быстрее их нужно найти и заправить наш скафандр. Так, выкидываем. Кислородный баллон на 10 минут наполнен. На 10 минут, который рассчитан, но... Кислорода поступило на 5 минут. Ну да, шлем-то разбит. Так, найти 2 кислородных баллона спасательных. Быстрее, быстрее. Блин, я, конечно, могу бегать, но кислород будет уходить намного быстрее. Так, второй кислородный баллон. Втыкаем. Заправляем, выкидываем. На 7 минут. Господи, нам дало еще всего лишь 2 минуты. Найдите ремкомплект. Обыщите обломки контейнеров с аварийными запасами. Найдите ремонтный комплект. Нет, все-таки перевод какой-то есть, и это очень хорошо. Обломки контейнеров. Но почему-то мне подсказывает, что... Хотя, ладно. Там, кстати, кто-то из астронавтов лежит. Обломков здесь полным-полно. И где что искать, я не понимаю. Инвентарь. Во, ремкомплект. Простой комплект для ремонтов мелких повреждений скафандра. Блин, как же удобно с русским переводом играть. Так, заклеим. Фух, отлично. Мы заклеили хоть... Взяли просто скотчем, залепили. Ну чё, неплохо. Золотайте скафандр. Эй, кто-нибудь меня слышит? Какого чёрта здесь происходит? Да, ребята, где вы? Ответьте мне. Кто-нибудь, ответьте мне. Так. Так, подожди, стой. Думай. Нам нужно хотя бы пережить эту ночь. Нам хотя бы нужно пережить эту ночь сегодня. Так, у нас где-то есть спасательный, по-моему, поп-тент, палатка. Мы должны ее найти. Господи, да как же я не хочу этого всего видеть, то, что сейчас я вижу. Так, у нас есть астронавт. О, черт. О, год. О, боже, Ник. Так, я так понимаю, это кто-то из его, да, команды, которые летели с ним. Блин, кругом одни обломки. Еще здесь и ветер какой-то поднялся, буря какая-то марсианская. Непонятно, что происходит. Нет. Роджер! Роджер! Поговори со мной! Поговори! Да, Марк, походу ты остался здесь один, и это очень печально, ну ладно. Так, найти спасательную вот эту палатку. Черт возьми, где она может быть? Я помню примерно, как она выглядит. Так, нет, я эту ночь точно проведу
спасательной палатки и не буду здесь находиться в этом грёбаном холоде, когда ночь на Марсе будет опускаться до минус 70. Очень много различных обломков, и потом, в дальнейшем, я скажу сразу, вот эти вот все контейнеры и все прочее, нам нужно будет с вами чекать, находить еду, воду, инструмент, далее искать различные поставки припасов. В общем, сюжет, конечно, достаточно очень крутой. Единственный минус то, что игра не переведена. Игрушка от Богемия. От Богемия это, собственно, разработчик, который Арму 3 создал, знаете, да, игрушку Арму? Господи, как же на это все страшно смотреть, говорит Марк. Так, вот это поп-тент. Yes, отлично. Так, ну что ж, давайте поставим его. Так, развернуть. Так, вот здесь можно поставить. Почему? Стой. Что-то зона как-то заблокирована. Почему я тут неровная поверхность? Вот тут? Perfect. Отлично, поставили. Так, нам нужно, короче, найти одну единицу воды, две единицы... вернее, одну единицу еды и две воды. И найти еще кислородный баллон, чтобы заполнить поп-тент. Потому что без кислорода мы там не сможем провести вообще время. Мы там просто задохнемся. Так, ладно, в скафандре 15 минут, на 15 минут запасов кислорода. Давайте что-нибудь уже, да, как сказал Марк, шевели своей задницей и уже делай что-нибудь. Разломанный кислородный баллон. Здесь ничего нету. Мне кажется, вот в тех ящиках что-то должно быть. 34-35 вдохов в минуту я делаю. Сердцебиение 134. 134 удара в минуту. Так. Кислорода маловато. На 14 минут. Блин. И уже, кстати говоря, по-моему, темнеет. Да, 4 часа на Марсе, как мы видим. В кратере Льо. Там я что-то вижу. А вот и, по-моему, еда, вода и кислородный баллон. Найс. Есть еда, вода. Так, чекнем это. Так, вода. И еда. Воды нам надо два запаса. Точно. Okay. Так. Мы спасены. Круто. Брось нахрен эту воду. Кислородный баллон. Есть. Так, баррель с кислородом. Давайте быстрее поставим. Давай, вставляй. Okay. Есть. Okay. Все, теперь нам нужно просто зайти в этот поп-тент гребаный. И здесь сохраниться. Так, давайте заполним здесь все кислородом. Так. Фу, надеюсь, если мы сейчас снимем скафандр, шлем, то мы выживем. Да, отлично. Все. Ух, это было достаточно трудно, опасно и тяжело. Так, ну, собственно, что нам теперь нужно сделать? Фонарик, ага, фонарик у нас нагрудный. На скафандре. Я так понимаю, придется теперь просто отдохнуть. Да. Господи, чувак, как это могло произойти? У нас же был протокол по выживанию, по удачному спуску на Марс. Что пошло не так? Черт, я застрях в этих камнях. Мои друзья, их больше нет. Я здесь один. Навсегда. Ну что же, вот такое вот первое прохождение. Если тебе понравилось, ждешь продолжения, обязательно пиши комментарий. Пальчик вверх, подписка. В общем, вот все дела, как говорится. А это уже вторая миссия. Мои мечты, мои друзья, мои сны, они все реальны. Taurus Litra Wally, Луна, 2026 год. Собственно, Марк является ботаником. Это как вот по фильму «Марсианин». Мне кажется, «Марсианин» снимали именно по этой игре.
Это была такая площадка на Марсе, перевалочная, где они проводили и проходили различные тренировки перед отправлением на Марс. Командующий, у нас небольшие проблемы с антенной и телеметрией. Можете ли вы их проверить, а также проверить все наши поставки, которые мы уже только что отправили с вам с Земли? Блин, ну как бы я нахожусь в ботанической лаборатории, и мне нужно делать то, что вы хотите? Ну как бы да, у нас нету другого сейчас персонала, могли бы вы сделать то, что мы вас просим? Ну, собственно, это будет уже вторая миссия прохождения, если вам понравится, опять же. Ну что же, пальчик вверх, подписка на канал, до новых встреч, пока.